Я не знаю, что... Привет, Максим. Приветики, приветики. Сегодня 14 февраля. Да. День всех влюбленных. Рассказывай, кому уже успел признаться в любви? В смысле, успел? А каждый день кому-то признаюсь в любви? А, ну, жене, наверное, да? Не, ну, жене не каждый. Давай тоже будем честны. А кому тогда ты каждый день признаешься в любви? Ну-ка, рассказывай. Круассан. Ну, такой классный, с утра, просто с кофеечком. Даже бывает сильнее ему признаюсь. Он говорит, круассан, сегодня живи, до завтра. Ты слишком хорош с имя сегодня, а? Ой, ладно, кроме круассана еще кому-то. Каждый день же ты признаешься. Стул рабочий. Стул рабочий, а что ты думаешь, говоришь? Стул, здравствуйте, я вас люблю. Так? Да, я очень вас люблю, потому что у меня из-за вас не болит спина. А? Есть еще, конечно, Wi-Fi, но там, ну, Wi-Fi вообще все признаются в любви. Когда вот. Подключаются, наверное. Да. Спасибо, что не отключили. Хорошо, Максим, но есть еще одно. Ты забыл еще кое-что. Кому ты каждый день вместе со мной, причем, признаешься в любви. Оператор? С 5 до 6. А-а-а, телезрителю. Ну, ты, кстати, тоже хорош. Че, пойдем признаваться? Конечно, пора. Сегодня-то с особой силой надо. У тебя сегодня прям лысина лёг. Ну, ладно, ладно, не только оператор надо, кажется. Да. Добрейших вечеров! I love you, baby! Каждый наш зритель сегодня достоин любви, сегодня достоин поздравлений. С вами Алена Милина, Максим Кропотов. Мы решили сегодня представлять друг друга, просто назваться. Ну что, друзья, понедельник, 14 февраля, день всех влюбленных, ура! День Святого Валентина и день рождения моей мамы. Как вы думаете, какой праздник я сегодня праздную больше день всех? День Святого Валентина. Нет, день рождения своей мамы, но тем не менее этот праздник тоже не обойдем сегодня мы стороной, друзья. Все правильно, 9-я студия начинается, пора заряжаться энергией на предстоящую неделю, она будет нелегкой. Почему нелегкая? Если первый день вы с нами, то значит будет все легко и круто, друзья. Как по маслу пойдет, смотрите 9-ю студию, Максиму не слушайте. Я объясню. Если сегодня вы, мужики, вдруг по какой-то причине забудете подарить подарок, то эта неделя будет тяжелая. А если она забыла подарить подарок, то так и надо. Вот. Значит, не заслужил. Вот. У нас сегодня будет очень много способов. Во-первых, как проявить внимание, как проявить любовь и как спасти ваше положение, если вдруг вы как-то не подготовились. Не переживайте, 9-я студия придет к вам на помощь. Итак, во-первых, у нас сегодня есть вопрос вечера. Мы сегодня спрашиваем у вас ваше признание в любви. Кому бы вы хотели признаться? Рассказывайте, как вы поздравляли, возможно, друг друга. Если кто-то не отмечает, ничего страшного, вы пишете: я не отмечаю, но признаюсь в любви такому-то человеку. Возможно, была какая-то супер-мега-пупер история про признание в любви или как вы устроили какой-то романтик, чтобы признаться в любви. Все это мы ждем в нашей группе «Девятка ТВ Киров» под постом с прямой трансляцией в комментариях. Самый лучший комментарий сегодня получит от нас подарок. Да, мы сегодня разыгрываем, во-первых, вот такой вот подарок. Вы можете сказать, что, дорогая, у меня для тебя сюрприз. И мы не только 14 февраля будем отмечать с тобой День влюбленных, но еще и пойдем в субботу на КВН. 15 февраля состоится, друзья, сразу несколько игр в ДК «Родина» в Кировском клубе КВН. Во-первых, какая? Во-первых, это полуфинал премьер-лиги. Во-вторых? Во-вторых, это полуфинал высшей лиги. И, друзья, мы сегодня дарим 2 билетика в одни руки как раз на высшую лигу. Вот так. 6+ возрастное ограничение, поэтому можно даже брать с собой детей, если что. Если даже вдруг вы сегодня вдруг по какой-то причине не выиграете эти билеты, скажите: дорогая, мы с тобой идем на КВН, и поверьте мне, все будет прекрасно. Я вам так скажу, если сегодня не выиграете, то у вас будет шанс еще 4 раза попробовать это сделать. Ну и, кстати говоря, раз уж мы сегодня разыгрываем билеты на КВН, маленькую тайну вам раскрою, что несколько человек из сегодняшнего эфира, которых вы увидите, будут там скакать на сцене и пытаться веселить людей. Вот так. Сразу вот скажу, это не я. Подсказка. А хотелось бы, честно, круг. Мы когда-нибудь затащим Алену в КВН на полную приветку, чтобы она отыграла с нами. Вот так. Ох, не знаю, что это будет, друзья, но явно еще не скоро. Да. Ну а также, друзья, звоните по номеру 351404 и признавайтесь любви в прямом эфире. Я буду продолжать это призывать вас сделать. Также отвечайте на вопрос нашего вечера. Приветы, поздравления, комплименты. Все сегодня. Вот если вы хотите, чтобы ваша любимая прямо растаяла. Нужно обязательно позвонить в прямой эфир. И тогда, друзья, 100%
Можно даже без подарков. Понимаешь, можно тогда... даже без цветов, потому что это очень круто. Тогда даже если на всю вдруг область. Она не услышит, то будет очень много свидетелей того, что вы признались ей в любви. Ей передадут на 100%. Да. Ну что, друзья, а прямо сейчас наши, так сказать, прохожие, жители нашего города сегодня тоже воспользовались этой возможностью и признавались и друг другу в любви, как рассказывали свои интересные, кстати, варианты и подарков, и сюрпризов на этот замечательный праздник. Смотрим и берем на вооружение. Что же за чудесный праздник настал сегодня? День всех влюбленных. Именно поэтому выходим на улицы нашего города и спрашиваем у кировчан, как же они признаются в любви. Вас уже поздравляли сегодня? Да, мама. Мама? Да. Как же вас мама поздравила? Ну, просто поздравила. Что-нибудь подарила? Нет. А вы будете кого-то поздравлять? Всех с днем влюбленных. Что пожелаете? Любви. Больше любви. И денег. Денег обязательно? Обязательно. Муж сказал, любил, люблю и буду любить всю жизнь. Завтра будет у нас 36 лет, как мы вместе. Ну, я купил кольцо, включил розовый свет, мне неоновая лента в комнате. Позвал ее к себе, сделал предложение. Просто дома, вместе, тихонечко. Были прошептаны эти три заветных слова? Да. Может быть, какой-то подарок последовал еще за этим? Ну нет, конечно, и подарки были, и все было. Вот. Стой! Смотри, у тебя минута целая, мы займем полминуты у тебя. На маникюр надо ехать. Успеешь. Что сегодня за день, знаешь? День влюбленных. Тебе уже признавались в любви сегодня? Да, конечно. Рассказывай, как. Кофе сделали утром. Так, а подарок подарили уже? Пока еще нет. А ты что приготовила в подарок? Ничего. Почему? Я много работаю. Ну что ж, тогда работай, иди и покупай подарок. В ваших руках мы видим... букетик. Кому он? Своей любимой девушке. Как вашу девушку зовут? Алиса. Ну что-нибудь можете Алисе пожелать, признаться в любви? Алиса, ну я думаю, она и так все прекрасно знает, что это любовь всей моей жизни. Как бы, ну тут реально бесконечная любовь, любовь, снова любовь, как бы другого слова даже не подобрать. Давно встречаетесь уже? Недавно, 8 месяцев. В этот день было лунное затмение, тогда луна затмевала солнце на 40%. Вот, и мы решили пойти на крышу, и там на крыше, я не вставал еще на колено, но я уже как бы вот в этой упаковочке той самой подарил ей очень, очень красивое кольцо, которое состоит из 4 сердечек, которые складываются в клевер. Вот, и да, я тогда предложил ей как бы стать моей девушкой, признался ей в том, что я ее очень сильно люблю, ну и мне, конечно же, ответили взаимностью. Вот, это был очень классный вечер, в честь которого мы... по итогу набили татуировку парную. Вот такие необычные и чудесные признания. С вами был Алексей Власов. Хорошего вечера. Сегодня в городе везде любовь, сегодня в городе везде мужчины с цветами, и это очень романтично, друзья. Ну и вы признавайтесь друг другу в любви, пишите нам в группу ВКонтакте «Девятка ТВ Киров», а между прочим, там уже есть пост с прямой трансляцией. Интересно, вот прямо сейчас увидим ли мы мужчину с цветами, или все-таки он будет без цветов? Давайте узнаем. Константин Салтанов, наш коллега. Да, конечно, могли же у меня в руках быть цветы, но... пока что обстоятельства не позволяют. Максим, все будет позже вечером. Здравствуйте, девятая студия. Я думал, вы просто возьмете большой-большой искусственный букет и будете с ним стоять. Ну ладно. Да. Константин, да-да. Как дела, как настроение, как все, выходные? Все замечательно. Выходные, Максим, прошли в одном замечательном проекте «Битва за еду», но это чуть попозже. А так... Кстати, смотрели прямую трансляцию, следили. Да. Я, между прочим, тоже ее смотрел и был удивлен и порадован тем, что ребята сделали. Но об этом, обо всем в пятницу. Рассказывай, с чем пришел. Ну что ж, сегодня замечательный романтичный праздник любви. И почему бы все новости не привязать именно к этому вот замечательному событию 14 февраля, День всех влюбленных. Действительно. Две новости будут прям, ну вот, про любовь, про звездные подарки мы сегодня поговорим. Ну а первая новость, она будет немножко, ну так вот, о шоу-бизнесе, да, но в конце будет доля романтики, любви и хороших подарков. Давайте смотреть. Да. Ванильный эфир, хотел розовый одеться. Ну, да, давай. Вот так вот. Новость номер один, да, которая немножко не привязана к Дню Святого Валентина. Вчера
В воскресенье прошло одно из самых главных событий спорта вообще во всем мире, и в частности в США, это финал Супербоула. Что же такое Супербоул? Это самый главный финальный матч Национальной футбольной лиги, то есть это американский футбол. Почему же, собственно, о нем стоит говорить в контексте шоу-бизнеса? Да потому что на этот матч приглашается вообще весь Бамонт, весь звездный небосвод Голливуда. Были все. Я вам сейчас даже зачитаю, кто был. Я даже знаю, что там секунда рекламы во время трансляции этого мероприятия стоит очень дорого. Неимоверно просто дорого. Баснословных денег, Максим, ты совершенно прав. Да все почему? Потому что на этом мероприятии присутствуют известные певцы, актеры. Это Канье Уэст со своей дочерью, Шарлиз Терон, Дженнифер Лопес со своим мужем, будущим, возможным, Бен Аффлеком, о чем мы поговорим чуть попозже, Шарлиз Терон, Мэтт Дэймон, Джастин Бибер со своей женой Софи Тернер и даже принц Гарри в компании своей двоюродной сестры. Но... в общем, даже королевские особы посещают этот матч. И как мы видим еще с Дуэйн Скала Джонсон. Дуэйн Скала Джонсон, да. Он был ведущим, собственно, этого мероприятия. И почему же это событие нужно упомянуть в контексте Дня Святого Валентина? Так. Да потому что в конце этого матча, после того, как он завершился, на глазах у всего звездного небосвода, на глазах у Джей Ло, у Бейонсе, у Джей Зи и Дженнифер Лопес, один из защитников победившей команды сделал предложение своей девушке. И она, естественно, сказала ему «да» на глазах вот у всех этих звезд. О чем звезды, кстати, некоторые поделились в своих соцсетях. Я бы офигел и сказал «я подумаю». Да, я подумаю. Ну вот так вот. Пусть новости о спорте, но все закончилось красивой любовной историей. Она, естественно, сказала ему «да», они обнялись. И вот этот вот момент их объятий был запечатлен в некоторых соцсетях звезд. И потом сразу начали показывать трейлер фильма «Доктор Стрэндж». Не исключено, Максим, не исключено. Тут ты можешь быть даже и прав. Ну что, очень романтично, да. Романтично, что суровые мужики, которые бегают за мячом и бьют друг друга, все-таки имеют вот сердце и желание сделать ее красивой. Ох, Максим, ты начинаешь растапливать февральский лед, начинаешь, Максим. Это итак, не новость. Я. Да, это этот день. Это погода. Да. Итак, давай. Да, дальше. Новость номер два. Мы все-таки остаемся в теме вот этого футбольного матча, но уже переходим, собственно, к тем, кто на нем был. Это Дженнифер Лопес и ее бывший, будущий, настоящий муж, возможный, это Бен Аффлек. Так. Собственно, почему стоит заострить на них внимание? Потому что они одни из немногих звезд, кто поделился своими подарками в соцсетях, собственно, что же друг другу они подарили. Риджи надо. Да, Максим, не надо. Максим, не надо плакать. Сейчас подсказка. Будет все. Да, Максим, спасибо, не надо. Кость. Не спасибо, надо плакать, все напомню. Будет очень романтично. То, что подарила Дженнифер Лопес Бену Аффлеку, я думаю, что мы оставим между ними, потому что это сугубо романтично. А то, что подарил Бен Аффлек своей возлюбленной. А там не романтично, да? Да, это тоже, конечно, очень романтично, но об этом все-таки поделились сами звезды. Значится. И это? Бен Аффлек подарил, заранее, естественно, подготовил для своей возлюбленной клип на песню «On My Way», в которую он вставил вот кадры, что называется, с начала века, когда был их первый роман, то есть 2002-2004 года. Вот в этом клипе оказались эти кадры. На больное надавил. Да, он надавил на больное, так сказать, зашел с козырей, почему бы и нет. Лопес, сама Дженнифер призналась, что это очень ее тронуло и заставило о многом задуматься, о чем она поспешила поделиться со своими фанатами. «Это видео заставило меня подумать о путешествии настоящей любви, ее неожиданных поворотах, и когда все по-настоящему, то это действительно может длиться вечно. Подарок растопил мне сердце». Вот такое вот признание. Слушайте, сделала Дженнифер. Вообще мудрый мужик, да? Вот главное же не стоимость подарка. Сидел ночь, монтировал, собирал, искал, да. Отбирал уже, все сохранил уже, каждую вот эту... В интернете там скачивал с Ютуба вот все, что у них там было, потому что у него ничего не сохранилось, ведь они расстались, а это надо удалять, когда ты расстаешься. Ну, Максим, ты тут, конечно, все подвязал, да. Купил лицензионную монтажную программу еще, возможно. Ну, я думаю, что молодец. Может себе позволить, да. Это прям достойно аплодисментов. Но самое, что интересное, Дженнифер не стала показывать этот клип, потому что она считает этот подарок очень сентиментальным и трогательным, и посчитала ненужным делиться сим-клипом там качество с общественностью. Может быть, кстати, и да. Ну, а теперь поговорим вообще в этот день прекрасный. Вообще о звездных подарках, в общем, за всю историю, скажем так, известные факты, что же звезды дарили друг другу, вообще начиная
начиная, ну вот, с начала... На 14 февраля? На 14 февраля, с начала века и вот по сегодняшний день. Итак. Да. Итак, например, знаменитый футболист Дэвид Бекхэм, когда он был на пике карьеры и на пике своей популярности, он подарил своей жене Виктории колье стоимостью 8 миллионов долларов. Это было в далеком 2006 году, но Виктория, так сказать, не ограничилась одним подарком. Она не просто его приняла, она еще несколько раз его носила, несколько известных светских приемов. Например, Мет-гала в этом же году, в 2006-м, происходил. Это, по-моему, кинематографичный фестиваль. Я вам так скажу, если не у тебя есть колье... Подождите, это не кинематограф, он никак с кино не связан. Это, собственно говоря, самое модное фэшн-мероприятие, вот, которое проходит нас, каждый Максим, год. И вот это колье оказалось на Виктории, когда она была вот на этом фэшн-мероприятии. Я понять не могу, почему, что за фраза «пару раз на 8 миллионов»? Сколько это? Потому что ты не сможешь долларов каждый день такое носить. Если я подарю своей жене колье за 8 миллионов долларов, она в нем жить будет, понимаете? Максим, да, согласен с тобой. Ну, вот так вот звезды имеют... Так, давай дальше. Дальше. Анджелина Джоли и Брэд Питт. Замечательная пара, которая сейчас, к сожалению, находится в стадии такого тяжелого развода. Но когда-то это была одна из самых красивых и известных пар вообще во всем мире. Так вот, в 2010 году Анджелина подарила Брэду Питту оливковое дерево. Но не простое оливковое дерево, а возрастом оно было порядка 200 лет, и стоило оно порядка 19 тысяч долларов. Сейчас оно находится в их совместном поместье во Франции, вот, которое сейчас находится в стане дележки, назовем это так. Ну, в общем, оливковое дерево подарило. Дом должен был построить, да. Сына должен был воспитать, дерево должен был вырастить, хотя бы с деревом помогу. Да. В 2009 году Джей-Зи, известный американский рэпер, подарил своей жене, то есть Бьонс, роскошный сотовый телефон. Тогда, Максим, да, это считалось хорошим подарком. Он был инкрустирован различными драгоценными камнями и бриллиантами, и общая стоимость его составила 24 тысячи долларов. Ну вот телефончик подарил. Там вот это все, да, телефончик подарил. Да. Дурочка, знаешь. Гигапорт все. Да. В 2011 году Джастин Бибер, мы сегодня уже с вами о нем говорили, тогда он встречался с известной певицей Селеной Гомес, а он, вы знаете, недалеко ушел и просто одарил Селену Гомес цветами. Но одарил он ее не просто так, а одарил он ее в Стейплс-центре, это большой спортивный стадион в Лос-Анджелесе. Он специально, так сказать, арендовал, снял, чтобы они там были только вдвоем, для просмотра «Титаника». Вот так вот он сделал. Вот это дорогостоящие понты мы сегодня с вами слушаем. Да. Но и самые дорогостоящие понты, Максим, если продолжать в твою тему, то это певица Кэти Перри и ее муж Рассел Брэнд. Соглашусь с тем, что их брак продлился довольно недолго, около полутора лет, но за эти полтора года было столько крутых и классных и дорогостоящих подарков. Например, в 2009 году Кэти Перри подарила своему будущему мужу полет в космос от компании Virgin Galactic. То есть тебе жена подарит полет в космос. Они уже тогда были на грани развода? Нет, они тогда еще находились в стадии романтических отношений. Не хочу тебя видеть на планете. Да, тот подарок стоил порядка 200 тысяч долларов. В следующем, 2010 году, Кэти Перри пошла еще дальше и подарила еще более серьезный и дорогостоящий подарок. Это был автомобиль марки Bentley, и стоил он порядка 320 тысяч долларов. Вот такими подарками звезды одаривали друг друга в этот прекрасный романтичный день. Ну что ж, Константин, хорошего тебе вечера. А мы не будем узнавать у Константина это про любовь. Он сказал вроде как позже, нет? Ну хорошо, давайте, спрашивайте. Могу сказать, если интересно. Так. Ответь на наш вопрос. Ваш вопрос, собственно, как же правильно признаться в любви, что-то такое? Вообще какое признание, ваше признание. Было признание в любви. Я вообще человек такой очень романтичный и, казалось бы, на мои размеры несколько сентиментальный. Один раз я признавался в любви стихами. Красиво. Я писал бы тебе о Марсе, об Атлантиде, и о том, как ноги обвил противный зеленый ил, и о том, как тебя, конечно же, ненавидел, если бы не любил. Я развожусь. Ну ладно, рано, Максим, рано. Гость, очень круто, ты молодец огромный, хорошей тебе рабочей недели, увидимся с тобой еще не раз. А будем продолжать. Готовь стихи. Да. Да, ну а мы прямо сейчас, друзья, с вами поговорим про свадьбы, потому что очень много, я уверена, что сегодня будет предложений руки и сердца, и, конечно же, важно уже планировать. А вот какие есть нюансы в работе свадебного организатора, мы сейчас как раз все и узнаем. —
Хочешь узнать что-то новое об интересных профессиях, но боишься спросить напрямую? Каждую неделю мы будем задавать 9 глупых вопросов представителям какой-либо профессии. И они расскажут, как все есть на самом деле. Добрый день. Я Анастасия Шаклеина, свадебный организатор, координатор. Организатор занимается полностью всей подготовкой свадьбы. Как только вы решили о том, что вам нужна свадьба, вы к нам приходите, я вам все рассказываю от начала до конца, из чего состоит свадебный день, и полностью до конца свадьбы вас курирую. А координатор – это человек, он работает только в день свадьбы. То есть вы можете полностью составить свадьбу самостоятельно, также продумать весь тайминг тоже сами, а координатор будет выполнять ваши технические задания. Наши пары все живут счастливо в браке, у многих уже есть детки. Было такое, что обращались гости, которые были на мероприятии, в помощи организации или юбилея, и также свадьбы. Это сделать на природе, где общественный пляж. Потому что, когда все красивые, нарядные, идет свадебная церемония, а рядом полуголые, раздетые люди в красных плавках, это, конечно, очень сильно портит картину. Мы продумываем тайминг так, чтобы этого не случилось. Обычно, конечно, опаздывают гости. Но у нас это все продумано, и развлекательная программа, и фуршеты, чтобы этого никто не заметил. На данный момент это все-таки есть. И обычно это делают родители перед ЗАГСом. Это могу по себе сказать. Молодожены не заказывали, а родители сделали им подарок. Заказали голубей, и при выходе из ЗАГСа они запустили. Если видеть какую-то конфликтную ситуацию, развести ее. Мы также, еще раз повторюсь, современные люди, мы можем все договориться на словах. Есть ведущий, который может превратить это все в шутку и вывести на позитивный лад. Я могу сделать свадьбу за неделю, вопрос только будет в ведущем и непосредственно в церемониаторе, потому что это самая большая работа, которую проводит. У меня в основном технические моменты, все уже налажено, если пара готова сделать буквально за неделю, я ее сделаю. Счастья, здоровья, любви и детей побольше. Конечно, гости желают много чего в больших открытках, это еще есть. Кто-то бывает оригинальный, составляет песни. Но счастья, здоровья – это самое популярное. Сертификат на лазерную коррекцию зрения был. Жених невесте подарил. И еще самый такой прикольный был, но никто этого не знал и не озвучивали, подарили сертификат на увеличение груди. Многие молодожены думают, что организатор – это очень дорого. Но если полностью посчитать потом смету, можно понять, что вы сэкономили намного больше денег, вложившись в организатора. А также, кстати, сэкономили свои нервы и время. Ну что ж, друзья, если сегодня у кого-то будет вот такое вот предложение руки и сердца, то вы знаете, что, кому и куда обращаться. Что можно, да, как раз сделать свое торжество чуточку приятнее. Ну а прямо сейчас давайте же уже окунемся в чтение ваших комментариев, ваших ответов на наш сегодняшний вечерний вопрос. Ваше признание в любви, каким оно было, возможно, есть история, за это мы дарим билеты на КВН. На субботу, понимаете? На двоих, чтобы вы провели время вместе. Планируем ваши выходные уже с понедельника. Ну что, погнали. Поехали, Максим Хакимов. Мне бы хотелось, но нет слов. Есть лишь мысли. Я сегодня уже писал про солдата и слова любви. Вот так. Я старый солдат. Я солдат со слов любви не знаю, как говорится. Слушайте, ну мужчины хотя бы раз в год вот могут же признаваться? Я не знаю, я каждый день своей жене говорю все-таки. Я ее люблю. Ты уже говорил сначала, что не каждый день. Ну да ладно. Ольга Коковихина. Ну, я не вслух. Хотелось бы, но некому, если только коту. А почему нет? А почему вы забыли себя? В смысле? Коту тоже нужна любовь. И вот можно даже, если одинокие есть люди в поиске, можно писать, я такая-то, такая-то, ищу такого-то, такого-то. Хочу любви. Да, все нормально, все в порядке.
Ирина Усова, я люблю вас, девятка ТВ. Вот так. А вот, мы супер. Любим тебя, госпожа Усова. Светлана Лешко, ночь, улица, фонарь и колечко в коробочке. Вот такая вот романтика. Ой, карманный поэт. Пусть мозоль не натрет сапог, пусть походка будет легка. Я тебя поздравить не мог, левая Алёнина нога. И даже Валентинка. Ну как здорово, ну как мило. Вот, боже ты мой, моя левая нога. Признается в любви нашему дорогому телезрителю. Понимаю, нет, давайте поэту. Так. Сейчас как бы правая обидится. Мы просим. Они нормально, они нет, не подожди. Общаются. Не встречаются, да? Не общаются. Мы просим стихотворение к правой ноге. И в целом к туловищу, как бы, да. Давайте уже раз начинаем. Подождите, туловище это немножечко другое. Ноги ногами, да? Да, может быть, нога вот моя одна. Красивая, красивая и влюблена, видишь, в карманного поэта. Так, давайте дальше. Татьяна Зыкина. Мне сказали, что второй такой шизанутый, а мир не выдержит, поэтому и любит меня. Пожелай ему терпения и крепкой психики. Вторая половинка Татьяны Зыкиной. Желаем тебе крепкой психики. Далее, музей Сергея Мшинина. О чем вы говорите? Будь проклят этот праздник. Вот так вот. Почему? Опять поклонницы Сергея Мшинина исписали губной помадой сердечками всю стену нашего музея. Вот так вот. Опять эти сны. Марина Погодина, добрый вечер. Признаюсь в любви своему любимому мужу. Вместе уже 36 лет. Ух ты, лет. Вот так. Это круто. И, между прочим, фотографии есть. Все прекрасно. И далее, Валерия Захарова. Я буду любить тебя за нас двоих, а ты сядь на диету за меня. Вот такая вот любовь. Максим, ты бы смог сесть на диету за свою жену? Конечно, да. Наташа, вперед. Анастасия Чикишева, добрый вечер. Признаюсь в самой большой любви к своему сыночку. Ровно 2 года назад я стала мамой, поэтому в моей жизни стало любви в 2 раза это больше. Это круто. Поздравляем вас. Михаил Глазков, салют 9-й студии. В ресторане, разумеется, привет. И все дела. Там чувствуешь раскрепощение. Чем уютнее заведение, тем больше приятных и любвеобильных признаний, можно сказать. С праздником вас и любите любимых. После фразы «ну, в ресторане там все дела», я прям представил, что там обязательно должен играть мистер Кредо. Не знаю почему, но после фразы «и все дела». Нам сегодня Михаил Глазков передал Валентинки, поэтому мы после эфира пойдем их смотреть и разбирать. Конечно. Вячеслав Бояринцев, мы вас тоже поздравляем и любви большой желаем. К Дню влюбленных, собственно говоря, есть целое стихотворение. Заходите, читайте. Далее, Татьяна Зыкина, карманный поэт. Как жаль, что ты поздравил не меня, хотя и я ногой укомплектована, а все равно я прям люблю тебя. Ты ежедневно раскрываешься по-новому. Я говорил, ноги сейчас сотворят здесь ад. И, между прочим, карманный поэт говорит, что Татьяна — это его краш. Вот так. А нога? Сейчас нога обидится. Вы определитесь. Анастасия Чикишева, насколько я помню, у мамы Максима тоже день рождения 14 февраля, поэтому поздравляю, желаю крепкого здоровья, долгих, счастливых лет жизни. Мам, слышала? Вот так вот. Уже начинают зрители поздравлять наших родственников. Потому что мы одна большая семья, все правильно? Валерия Захарова, признаюсь любви своему мужу и сынишке. Они самое дорогое, что есть в моей жизни. Люблю их больше жизни. Далее, Оксана Усова, дорогой мой Сережа, ты рядом, и все прекрасно. И дождь, и холодный ветер. Спасибо тебе, мой любимый, за то, что ты есть на свете. Там целое стихотворение тоже, Сергей, мы присоединяемся, да, к этим поздравлениям. Далее у нас тут еще Вячеслав Бояринцев. От моей Валентины только что придуманный стих о любви. Тоже заходите и читайте. Вот очень красивый, тут и про розы, и тут и про снег, и про голос любви. И Нина Дрямина, признаюсь любви настоящим мужчинам, защитникам Родины. Вот, вот такой вот поздравление. Ну что, друзья, очень прекрасное сообщение. Особенно. Еще есть, подожди, да, еще. Михаил Глазков, в мире много чудес, но пусть любовь станет одним из главных сокровищ. С днем влюбленных поздравляю всех. Ирина Тетенькина, муж мне каждый день признается в любви. Обнимает, целует. Летом без букета в сад не приезжает. Из сада не приезжает. Я его тоже люблю. Сегодня он работает, а я его завтра буду поздравлять. Как хорошо, что когда у тебя есть огород, и не надо покупать цветы. А нужны просто хорошо наточенные ножницы. Ну что, собрать букет — это тоже целое искусство. Поэтому, друзья, радуйте о любимых и близких. Ну а прямо сейчас, друзья, двери 9-й студии будут открываться для того, чтобы мы познакомились с нашим гостем. Кто это, вы узнаете прямо сейчас? Музыка.
Дамы и господа, встречайте, сегодня в гостях у 9-й студии лидер, вокалист и автор песен рок-группы «Оберег» Денис Михайлов. И сегодня вы можете задать абсолютно любой вопрос нашему гостю. А вот и Денис уже в нашей студии. Доброго вечера. Привет. Как дела? Как настроение? Все замечательно. Отыграл концерт в вашем чудесном городе. То есть вы прямо с концерта сейчас к нам? Вчера было мероприятие, да. Немножко посадил голос, но вообще, конечно, эмоции потрясающие. У вас очень гостеприимная публика. Который год уже мы приезжаем. Вот я приезжаю в сольном ключе, выступаю сольный акустик и надеемся приехать полным составом в следующем году. Мы тоже ждем этого. Ну, акустика это особая, да, какое-то такое. Да, это событие. Очень деликатный формат. Это такая интимная связь музыканта и вот слушателя. Там есть своя прелесть. В электричестве всегда очень много как бы шума и такой повышенный уровень звуковой атаки, а в акустических концертах всегда есть интимное откровение, исповедь и желание какого-то деликатного высказывания. Так, друзья, во-первых, если вы еще до сих пор не знакомы с этой группой, то сегодня обязательно познакомимся, так. Потому что у нас сегодня будет и видео, и немного музыки. Но и также, друзья, вы можете задавать вопросы, если вдруг кто-то уже слышал и знает, и ходил, возможно, до концерта. Я думаю, что будет приятно. А возможно, кто-то вчера был. Напишите нам как. Да. Отзывы в прямой эфир. Требуем, так сказать. Я знаю, что у вас есть подарок для наших телезрителей. Расскажите, пожалуйста, о нем за лучший вопрос. Да, вот мы приготовили такой кулончик с логотипом группы. Я сам вот его ношу. И, собственно говоря... Сегодня прям? Прям, да, со своего, так сказать, плеча и подарим. Это круто. Так, это заряженный, друзья, кулон. Это я очень... Я сейчас уже закажу. Очень классный подарок. Группа. Вы понимаете, что здесь не просто так, здесь особая, так сказать, энергетика. Да, поэтому пишите, давайте. Я сам готов побороться. У нас сегодня есть тема, это ваше признание в любви, 14 февраля. Расскажите, вообще были ли у вас какие-то, возможно, к вашему творчеству какие-то необычные признания от поклонниц, поклонников? Или вы какое-то признание прям делали? У-у-у. Мне кажется, что праздник 14 февраля, это все-таки такой, скорее, предсемейный праздник. Влюбленность открывает некую перспективу более глубоких отношений, которые в идеале должны закончиться семейной жизнью. Я вот как раз обсуждал со своим менеджером вот этот вопрос. Меня заинтересовало, почему так активно отмечают День влюбленных, и почему есть ли такой праздник, и если он есть, то почему внимание гораздо меньше к нему, например, там, праздник семьи и верности. Да, у нас как-то не очень модно это все. Влюбленность — это замечательно, но это, мне кажется, все холостое дело, если все это никуда ни к чему не приводит. Поэтому я просто отвечаю на ваш вопрос, хочу сказать, что, конечно, нам признаются в любви разные, так сказать, люди, слушатели, почитатели творчества, и даже иногда и коллеги-музыканты, что бывает гораздо реже, но это все-таки, мне кажется, почтение, именно адресованное вот именно нашему творчеству, нашей эстетической, так сказать, концепции жизненной. А День Святого Валентина — это о другом чуть-чуть. Ну да. Если окунуться в историю. Я предлагаю прямо сейчас, друзья, нам как раз послушать немного, насладиться музыкой, потому что у нас есть отрывок как раз клипа, и послушать этого замечательный трек. Пустили корни в почву разных снов.
Ну что ж, сейчас мы как раз узнаем, как был снят этот клип, что за режиссер, есть. И как вообще получилось. Оказывается, работа. Есть целая история. Да, история, она очень проста, она упирается в, как сказать, в, очень многое в шоу-бизнесе делается благодаря дружбе и межличностным отношениям. И вот как раз замечательный режиссер питерский Александр Маков, он отличился работой не только с нами, но еще и с такими популярными командами, как Slot, Aria, Noise MC и другие. В общем, он умеет снимать, делает это с удовольствием. И вот нам он этот клип снял по дружбе, с одной стороны. С другой стороны, у него был прагматический такой, так сказать, мотив, связанный с тем, что он отрабатывал эффект телепортации. Вы видели, да, в этом видеоряде, как человек перемещается, проходит сквозь стены, прыгает в машину через дверь. Вот, и он отрабатывал этот эффект и предложил, говорит, я тут, говорит, хочу потренироваться, мне нужны кошки, на которых надо потренироваться. В итоге все оказались в плюсах. Да. Он научился, у вас есть клип. Да, и клип, на самом деле, достаточно трогательный, на мой взгляд, получился. Расскажите нам немножечко, над чем сейчас работаете, да. Помимо акустических концертов, что еще у вас сейчас в работе? Мы готовим новый альбом. У нас есть традиция выпускать полноформатную работу один раз в два года. И сейчас мы уже на финишной прямой в плане создания материала, и параллельно мы записываемся в студии. Вот. По идее, мы должны были бы выпустить пластинку осенью, но мы себе оставляем еще дополнительный отрезок времени, и это вот альбом мы выпустим не раньше зимы и не позже марта следующего года. Ну, то есть где-то вот тут. Ну, в общем, в течение года. Год, да, не более того. Очень интересная работа. На самом деле мы любим студию, и вообще нам нравится эта динамика смены туровой деятельности, где много событий, смен площадок, лиц, обстоятельств. И вот эта стационарная работа, где ты сосредоточен, ты привязан к студии, ты привязан к своему дому, к компьютеру. И есть такая интроверсия, погружение в себя, попытка нащупать какие-то интересные эстетические находки, оформить их. Это все, конечно, целая религия, целый отдельный, огромный и интересный мир. Будут ли какие-то эксперименты? Да, мы стараемся всегда привносить какую-то свежую струю. При этом надо выдерживать, конечно, стараться выдерживать баланс между характерной и какой-то уже сложившейся традиционной линией, неким почерком группы. И при этом не быть скучным, не самоповторяться, а искать какие-то оригинальные формы, которые не вступали бы в противоречие со сложившимся образом и неким художественным принципом. Хорошо. Эксперименты, но аккуратные. Я так понимаю, что будут там все в меру. А прямо сейчас, друзья, мы прервемся, посмотрим наш сюжет, но а сразу после будем задавать вопросы, которых уже очень много нашему гостю. Поэтому вперед, пишем и смотрим. День Святого Валентина или День всех влюбленных – самый романтичный праздник, который отмечают во многих странах. Изначально праздник был церковным, но постепенно стал светским. Так кто же такой этот Валентин и при чем здесь любовь? Давайте разбираться. Существует множество легенд, связанных с именем Святого Валентина. Наиболее красивая и романтичная из них – это история о христианском проповеднике, который в 269 году венчал легионеров Римской империи с их возлюбленными, несмотря на запрет императора. Когда император об этом узнал, он приказал казнить священника. Фух! Блин, обалдеть! Романтикой окутаны и последние дни жизни Святого Валентина. Согласно легенде, он исцелил слепую дочь тюремщика. Девушка влюбляется в него. В ночь перед казнью 13 февраля Валентин написал девушке трогательное письмо, которое подписал «Твой Валентин». Предполагается, что именно так началась традиция писать в день Святого Валентина любовные записки. Сегодня в день влюбленных принято дарить друг другу валентинки в виде сердечек с признаниями любви, предложениями руки и сердца или просто добрыми пожеланиями. Привет, я хочу тебя поздравить. Боже, извините. Я просто действительно хочу. Я понимаю, держи. Это тебя. Давай обнимемся с тобой. Давай.
В разных странах 14 февраля не только дарят друг другу валентинки. Например, в Нидерландах любая незамужняя дамочка может подойти к первому встречному мужчине с просьбой взять ее в жены. Если мужчина отказывает, то девушку ждет утешительный приз – платье из шелка. И никуда не денешься, придется дарить. В Великобритании принято поздравлять с этим днем своих домашних питомцев, одевать их в красную одежду, ну и, конечно, дарить валентинки своим половинкам. Популярными подарками к романтичному празднику являются сладости в виде сердечек и плюшевые медвежата Тедди. В нашей стране 14 февраля – это день романтических свиданий, походов в кино, театры и рестораны. Влюбленные парочки прогуливаются по улицам и паркам, заходят в кафе, делают друг другу подарки. И слезы, и любовь. Дорогая, ты видишь за меня? Однако популярность Дня всех влюбленных в России за 15 лет снизилась в 4 раза, говорится в исследовании сервиса Superjob. В этом году только 12% опрошенных россиян собираются отмечать День Святого Валентина. И неважно, будете вы отмечать этот день или нет, самое главное – это дарить любовь своей второй половинке каждый день. Но сегодня в гостях вокалист группы «Оберег». И, друзья, сегодня вы можете задать абсолютно любые вопросы. И прямо сейчас мы уже начинаем. Поехали. И что, Денис, вопрос вот такой от Михаила Гвоздкова. Что вам помогает во время выступления, чтобы вы выступили на все 100%? Успешный концерт и качественное выступление слагается из многих элементов. Я хотел бы сразу отметить. Это должен быть обязательно хороший звук. Плюс звукорежиссер, который умеет и чувствителен к материалу. То есть идеально, если это человек, который работает с группой на постоянке. Он должен настроить аппарат, мы заранее должны провести репетицию звука. Дальше, это должен быть прекрасный качественный свет, правильно поставленный, тоже заранее подготовленный, срежиссированный. Самое главное, это все второстепенно, чтобы зал был... так сказать, наполнен людьми, которые сочувствуют творчеству группы, знают материал, готовы подпевать, поддерживать эмоционально. Вот из этого. И, пожалуй, еще, конечно, нормальный такой физический, эмоциональный тонус музыкантов. Вот если все это присутствует, если все это совпало, как правило, такое бывает у нас в Москве, в Воронеже и Санкт-Петербурге. И Кирове... Кирове тоже бы, я уверен, это совпало, но мы, к сожалению, ни разу с группой не приезжали к вам в город. Поэтому и говорим, что все вот. Будет. Я уверен, что в Кирове с точки зрения поддержки все идеально. Осталось только группу привести. Все, друзья, ждем. Давайте ждем. Ставьте плюсики, кто мечтает об этом на концерте. Яна Тарбиева, насколько сейчас популярен рок в России? Вы бы хотели своей музыкой как-то повлиять на слушателей? Тут, получается, два вопроса от Яны. Ну, в принципе, они сопряжены в смысловом, так сказать, отношении. Я хочу сказать, что рок в стране развивается и достаточно активно присутствует в культуре. Может быть, не так, как хип-хоп. Он, мне кажется, немножко, так сказать... На волне. На волне, да. То есть рок, может быть, не столь популярен, как рэп. Но это все, знаете, это все... так сказать, со временем преодолевается то рэп, то рок. Но я просто хочу сказать о том, что интересно складываются отношения вот у нас лично с культурой. Мне кажется, что наша музыка ориентирована на какой-то интеллектуальный поиск и работа со сложными поэтическими формами. Она, вот эта попытка, не очень приветствуется большинством и массовой аудитории, как это было, скажем, на заре становления русского рока. Такие проекты, как Башлачев, ДДТ, Наутилус, БГ, Аквариум, Кино. Это все примеры интеллектуально ориентированного рока. Сейчас у нас есть расположенность к неким простым формам. То есть народу нужна жвачка просто обычная? Ну не то, что жвачка, я бы не сказал. Я бы сказал, что есть интерес к искренней и такой музыкальной попытке нащупать какую-то правду, может быть, социальную правду. Но при этом форма должна быть простой. Никакой интроверсии, никаких подводных аллегорических камней.
Все должно быть просто, понятно, схематично и иметь какую-то определенную лозунговость даже. И тогда это интересно. Но есть, конечно, еще рок, который связан с какой-то попыткой типа поприкалываться, да. Иногда даже зло поприкалываться. Это тоже популярно. А вот попытка погрузиться во внутренний мир и поработать со сложными интеллектуальными и эстетическими формами, мне кажется, этого сейчас в культуре не хватает. А, хорошо, Анастасия Чикишева спрашивает, а как вообще появилась рок-группа «Оберег»? Кто автор названия вашей группы? Мы собрались в 2003 году. «Оберег» — это студенческий проект. Он возник на базе философского факультета Воронежского госуниверситета. И первый состав включал в себя трех философов, студентов и одного юриста. Вот. Поэтому «Оберег» первоначально — это студенческий коллектив. Потом ситуация менялась, разные люди приходили в наш проект, но вот эта антропологическая подоплека, стремление философской аналитики, привлечение ее в творчество, вот эта тенденция осталась. А что касается второй части? А кто автор? Ну, это был коллективный мозговой штурм. Нам хотелось выразить символически проблематику человеческого существования, и образом человека как раз является в названии река, потому что обе-рек означает указание на обе единство двух измерений реки, поверхности и глубины. Угу. Так же, как и человек имеет поверхность своего существования, обыденность, рутинность, функциональность и имеет глубину, художественное творчество, религию. У меня мурашки пошли. Вопросы любви, свободы и смерти. А вот Ирина Тетенькина интересуется, воруют ли ваши альбомы пираты, и как вы с ними боретесь? И боретесь ли вообще? Пираты нам помогают. И вообще пираты всегда помогали. Пираты занимаются тем, что распространяют дешевые копии материала. Сейчас с пиратством дело обстоит немножко по-другому. Жизнь изменилась, и 90-е, нулевые. Те времена, когда мы покупали кассеты где-нибудь на остановках или в киосках, а потом уже и диски у пиратов, они, конечно, канули в лету. И сейчас мы имеем дело с интернет-пиратством. Но в последнее время, наверное, последние лет 5-7, все это как-то устаканивается и приобретает юридическую форму. Люди начинают ценить качество и поэтому готовы платить за качественный звук. Такие ресурсы, цифровые витрины, как Spotify, что у нас, Яндекс.Музыка и многие другие. Я сейчас не буду останавливаться подробно на, ну, да, их, много. На их очень много. iTunes и так для, так сказать, сторонников iPhone и вообще от всей этой религии в кавычках технической. Вот все это есть, все это в качестве доступно, и за это стоит платить. И многие так полагают. Ну, а те, кто не хотят платить, ну, они не платят. Все очень либерально. И я, кстати, считаю, что это прекрасно. Вот этот баланс между... Да, этот выбор человеку заплатить, если он считает для себя необходимым поддержать музыканта, или не платить, если он считает, что это не стоит того, чтобы за это платили. Пусть это будет. Мне кажется, свобода в этом деле самое главное. И мы поддерживаем. Мы благодарим наших замечательных пиратов, благодарим наших замечательных неплательщиков. И благодарим, конечно, тех людей, которые поддерживают нас рублем, да и не только рублем, а добрым словом, своими эмоциями, прежде всего присутствием на концертах, потому что именно ради живых выступлений все и делается прежде всего. Потому что музыка в сети, студийная запись — это одно, живое общение, диалог, обмен живой, искренней энергией — это совсем другое. И мы, конечно, всегда за вот этот второй формат общения, живых концертов. Супер, друзья. Ну что, мы прямо сейчас поделимся с вами еще и рецептом. Что приготовить на 14 февраля, прямо сейчас узнаем, а сразу после вернемся и продолжим. Да.
Добрый вечер, я шеф-повар Зубков Роман, и сегодня с вами на романтический ужин, приуроченный ко дню всех влюбленных. Мы приготовим лосось под сыром дорблю с овощами гриль и апельсиновым соусом. Для этого нам понадобится филе лосося, цукини, баклажаны, помидоры, апельсин, репчатый лук, сыр дорблю, сыр пармезан, сливочное масло, мед и белое сухое вино. Начнем мы с нарезки овощей. В первую очередь мы нарежем цукини кружочками. Далее режем баклажан. Далее мы маринуем овощи. Маринуем соль и перцем и растительным маслом. И тщательно перемешиваем. Затем ставим на разогрев сковородку гриль. И нарезаем помидор кружочками. Сковородка у нас раскалилась, и можно приступить к обжарке овощей. Пока баклажаны у нас обжариваются, мы подготовим рыбу. Сперва на стейках нужно сделать небольшие надрезы. Затем мелко нарежем сыр дорблю. Далее слегка подсолим нашу рыбу. И выложим в надрезы сыр. Баклажаны у нас готовы. Нужно их пока убрать в сторону. Далее мы обжарим цукини. Пока цукини обжариваются, мы начнем подготавливать соус. В первую очередь мы нарежем репчатый лук. Нарезанный лук убираем в сотейник. Далее нужно снять у апельсина цедру. Делать это мы будем через стёжку. Цедру убираем к луку в сотейник и заливаем сухим белым вином. Цукини у нас обжарены. Теперь мы будем собирать наш гарнир. Для гарнира мы соберем две башенки из овощей с сыром пармезан. Остается отправить в духовку наш гарнир и рыбу. Это займет у нас 7-8 минут при температуре 180 градусов. Пока рыба с гарниром у нас запекается, мы успеем приготовить соус. Для этого ставим сотейник с подготовленным соусом на плиту и выпариваем вино. Доводим соус до кипения и выпариваем примерно 1 минуту. Переключаем соус на минимальный режим и добавляем мед. Далее мы режем апельсин пополам и из одной половинки выжимаем сок в наш соус. Со второй половинки мы срезаем цедру. Нарезаем апельсин произвольной нарезкой. И добавляем в соус. Остается затянуть наш соус сливочным маслом. Все компоненты нашего блюда готовы. Осталось выложить это все на тарелку. Рыба и гарнир у нас на тарелке. И осталось полить все соусом. Украшаем листом салата и можно подавать. Наш романтический ужин для двоих готов. Поздравляю вас с днем всех влюбленных. Всем хорошего вечера и приятного аппетита. We'll be right back.
Ну и последний вопрос, который задам, это почему на радио практически не включают рок, спрашивает Ирина Тетенькина. Вот я хотел бы сказать, действительно, это большая проблема, что в пространстве средств массовой информации рок присутствует весьма ограниченно. У нас есть только наше радио, нет конкуренции и нет телевизионного, так сказать, телевизионной площадки. Был бы канал, была бы хотя бы ну, 2-3 радиостанции, которые поддерживали бы рок направление, как направление в культуре, тогда была бы мотивация у артистов, тогда это было бы гораздо более интересно, на мой взгляд. Поэтому ну, это действительно больная тема, и я считаю, что в культуре этого очень не хватает. Поэтому ждем. Будем ожидать, да. Ну а прямо сейчас будем подводить итоги. И, друзья, как раз за этот вопрос Ирина Тетенькина получает от нас подарок, точнее, от нашего гостя. Да. Это классный кулон. Он спасибо за вопрос. Заряженный той самой энергией. Ну а также сегодня получает 2 билетика на КВН. Валерия Захарова за свои ответы на вопросы и признание в любви. Эти билетики вы можете получить, кстати, как раз в кассах ДК «Родина». Да. Ну что, спасибо вам большое за то, что спасибо сегодня вам, пришли и поделились своим творчеством. Творческих успехов вам. Благодарю. И побольше и вам тоже творческих живых. Успехов. Спасибо большое. Спасибо. За что с вами была 9-я студия. Сегодня в 19:30. Не забывайте, проект «Сильная Же», новый премьерный выпуск. Всем до хорошего завтра. Настроения. Пока-пока.